глазам не верю. Представь, сколько в это вложено работы. Каменщиков, инженеров. Да. И работа их до сих пор жива. А их самих уже нет. Королю стоило думать о защите народа, а не хвастаться перед врагами богатством. Нашла лестницу вниз. Ну, то, что от нее осталось. Готова? Ты первая. Ищи, где подняться. Полезли. Так. Вблизи они еще. Извините. Давай сюда. А это безопасно? Ты все время спрашиваешь, и каждый раз... И это, кстати, совсем не безопасно. Видела? Назад-то залезешь? Да. Ты иди, я догоню. Ничего, справлюсь. Залезай. Ну, если ты очень просишь. Да нет, не прошу. Ты говорила, Ганиша, сокрушитель преград. Он поставит перед тобой преграду, если она тебе на пользу. Поэтому он покровитель Халибиду. Еще он бог удачи. Тот, кто дарует успех и процветание. Ясно. Это круто. И это твой единственный способ. Ага. Веселишься? Сама знаешь. В хорошем смысле? Не определилась.
Ты молодец, подруга. Спасибо. Молодец буду, когда до короны доберемся. Странно, что нет Осава. Он где-то рядом. Но наверху не столкнемся. Почему? У него духу не хватит сюда залезть. Вроде я вижу, откуда можно добраться до короны на веревке. Уже близко. Спасибо. Забирайся быстрей! Сползаю! Ну как? Впечатляет. Ага. Ну? И как теперь слезать? Так. Аккуратно. Ладно, тут вроде попрочнее. Не сглазь. И персы любезно проделали для нас вход. Ого, неплохой выстрел. Видно, у персов был требушет. Требушет? А нельзя сказать катапульта, как нормальный человек. Требушет — это тип катапульты. Может запускать тяжелые снаряды вроде этого на дальние расстояния. Да? Тебя этому в армии учили? Это я в Википедии посмотрела, как нормальный человек. Готово? После. Поразительно. Наши друзья. Парашурама и Ганеша. Индуистские боги всегда сражаются. Если не с демонами, то друг с другом. Как-то нечестно. Ганеша без оружия. Ну, ему так больше нравится. Все прямо в горе высекли? Похоже на то. Они забаррикадировали дверь. Не помогло. Видно, не ждали, что персы свалятся им на голову. Казалось бы, за два нашествия можно было подготовиться ко всему. Они просто вообще не ждали поражения.
Отсюда должен быть выход. Сюда. Смотри, оружие. Ты была права. Со мной бывает. Вот это уже что-то. Эй, тут еще одна дверь. Посмотрим. Ух ты, даже работает. Ну вот. Да будет свет. Тут как будто склеп. Эй, забирайся. Да. Ничего себе. Боже. Здесь была последняя битва. О, но империю они не спасли. И пусть. Нам же лучше. Вот и вход. Надин, помоги этого сдвинуть. Ага. Давай, парень. Вот так. Извиняюсь. Пардон. Мы близки к цели. Только бы ближе, чем эти парни. Что, знакомое устройство. Ха. Что-то новенькое. Что это такое? Могу предположить, что это какой-то механизм, открывающий ту дверь. Итак, посмотрим налево. Шива дарит парашюрами топор, а справа герой парашюрама отсекает Ганеши бивень. Стоп. Топором? Да. Тем самым, который ему подарил Шива, отец Ганеши? Ну да. Ну и жесть. Отцы и дети. Давай, попробуем открыть дверь. И как это все работает? Мы будем разбираться по ходу пьесы. Ну-ка, глянем. Так, фрагмент переместился от меня. И его тень тоже. Попробуем так. Давай-ка сюда. Я, кажется, поняла. Тени совпадают с картинными местами. Да. Попробую расставить их по местам. Это даже весело. Thank you.
идти уже некуда. Ничего не даст. Что предлагаешь? Двигай фрагменты, чтобы их тени совпали с символами на фреске. Похоже, слева должны быть Шива, Тапор и Парашурама. Справа должны быть Парашурама, Бивень и Ганеша. Поняла. Сначала разберись, что пойдет в середину, а потом уже займись и не пугать. Ладно, попробуем. Дальше не поедет. Два центральных символа фрески, Тапор и Бивень. Значит, в середине должны быть элементы обоих.
фрагмент в середину, закрой его другим фрагментом. Застряла? Поможешь? Так. Фрагмент с топором и бивнем должен стоять в самой середине. Спасибо. Есть! Дверь открылась. Да. Причем без всякой твоей помощи. Пожалуйста. Сала и тигр. Ну вот. Скрестим пальцы. Так и должно быть? Не знаю. Не вгони нас в гроб. Ты зануда. Готова? Тихо. Поразительно. Какого шивы? С языка сняла. Фрейзи!
А нет, нет, ничего. Думаю, все будет путем. Путем? Где этот проклятый бивень? Не знаю, я ничего не понимаю. А я понимаю. Твоя Хейсала водит нас за нос. А ты права. Ну, класс. Нет, послушай. Ганеша, покровитель... Халибиду. Ашива, покровитель... Белура. А Белур — это древняя... Ну, столица. Именно. Что, если король специально построил великолепный город, который стал прекрасной мишенью для персов? А прежнюю столицу все забыли. То есть весь город — приманка. И его отдали персам, чтобы защитить Белур. И сокровища. Сдается мне, что бивня тут и не было. Никогда. Где Белур? О, черт! Вот так точно не должно быть! Сейчас рухнет! Хватайся за край! Еще живы. Ох. Ну, талант и немного удачи. Эй, неплохо, партнер. Неплохо. Дай 5. Господи, ты чего? Ужасно. Как можно дать 5 и промазать? Эй, поправь, если я ошибаюсь. Разве тут не было водопада? Был. Что это такое? Акведуки? Не. По ним спускаются водопады. Круто. Это что, мы сделали? Ну, это я сделала. Дерзкая. Слушай, ты извини меня за ту бестактность. А. Ничего. Вы бы с моим отцом точно спелись. Он тоже был на редкость упрямым ослом. Знаешь, вот это они заметили. Надо уносить отсюда ноги. Согласна. За мной? Ладно. Воду подводили к воротам, так что надо идти вдоль акведука. Ладно, пойду первая.